Многие впадают в планетарную депрессию и чувствуют в эфемерном плане, что почва уходит у них из-под ног. Многие говорят, что жизнь похожа на зыбучие пески, и ветер перемен сметает все надежды и здравый смысл в этой жизни. Но посмотрите на жителей прекрасного Карибского бассейна, острова Барбадос и Пуэрто-Рико, там, где в свое время были первые флибустьерские республики, живут красивые и добрые люди, но планета все время подкидывает им новые загадки, я бы даже их назвал загвоздками. Тектонические разломы плит, цунами, нашествие китов-людоедов. Но все это не мешает людям ощущать радость жизни, петь веселые песни в стиле калипсо, танцевать сальсу и слушать музыку меренге. Так что не забывайте, что, по крайней мере, под нами нет дьявольского огня, и лава не сметает наши пятиэтажные коробки. Радуйтесь жизни! Даже в Ростове цивилизованный рынок, пьяный джокер с милой улыбкой, да, исторический инок считал обзор со смертельной ошибкой. Галактика скоро лопнет от холода и попкорна, атом Кэтмен топнет, раскручен нашу форму. Галактика скоро треснет от жира и тушенки, и проглотит землю и наши с тобой душонки. Поделись волшебным секретом, как запекать свиные уши. Хочешь быть сытым поэтом, твой отчизну будешь кушать. Сколько выпьешь бензина за день, радуйся, мальчик, дебилам скидки. Даже сухой трухлявый пень считает людей смертельной ошибкой. Галактика скоро лопнет от голы и попкорна, Адам Кэтман топнет, расплющит нашу форму. Галактика скоро треснет от жира и тушенки, и проглотит землю и наши с тобой тушенки. Спасибо!